Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И я запускаю новый проект, а именно изучение польского языка по фильмам. Поэтому всем, кому интересно не просто изучать польский язык, а изучать польский язык весело и интересно, обязательно смотрите эти видео. Ну что же, друзья, а мы начинаем сегодняшний урок. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Поехали! Друзья, подпишитесь на мою новую инстаграм-страницу. Там вы сможете с легкостью изучать польский язык, так как материал предоставлен в полуюмористической форме. Ссылка будет в описании под видео. И сегодняшний отрывок из фильма будет отрывок «На дороге». Это такой юмористический отрывок. Сейчас я покажу вам его часть. Вы его полностью просмотрите, а дальше мы уже разберем полностью все диалоги, которые будут в этом куске. Поэтому давайте приступим к просмотру данного видеоролика. Добрый. Czy zdaje pan sobie sprawę, z jaką szybkością pan jechał? No, ciekawe. 220 km na godzinę. A, niezły wynik. Nie wiedziałem, że ta fura tyle ciągnie. Będę musiał obejrzeć pana dokumenty. Prawo jazdy. Nie mam, kochany. Dopiero będę zdawał na prawko. Egzamin mam za 2 tygodnie, więc trochę ćwiczę. Co tam jest, Pysiu? Chodź no tu! Facet prawa jazdy nie ma! Rejestracyjny dowód. W domu zostawiłem, żeby po pijaku nie zgubić. A ten samochód to w ogóle pana? Jaki numer rejestracyjny ma? Zabij, nie wiem. Numeru własnego samochodu nie pamięta? A co ja do niego dzwonię? Wysiadać i ręce na maskę! Człowieku, bądź rozsądny. Jak ja wysiądę, ja się ledwo trzymam na nogach. Kierownicy nie mogę puścić. Wysiadasz, czy mam ci pomóc? Ręce opadają. Ну вот, друзья, вы и прослушали данный отрывок из фильма. Да, это был забавный отрывок. И если вы поняли саму ситуацию, то она очень комическая. И там очень много интересного юмора. А теперь давайте разберем некоторые основные слова из данного диалога. А после я включу еще раз данный видеоотрывок и буду останавливаться, чтобы вы могли более детально просмотреть каждый диалог. Итак, давайте начнем. Итак, справа – дело, шибкость, скорость, чекавы – интересный, фура – фура, машина, то есть большая грузовая машина, фура, тиле – столько, коханы – дорогой, то есть этот водитель назвал гаишника коханы – дорогой, тиджень – неделя. Чвичич – упражняться, тренировать. Фацет – мужчина. Мужик – тип. То есть такое обращение – мужик. Довод – это удостоверение, либо доказательство. Довод. Самохуд – машина. Забияч – убивать. Веджич – знать, дзвонич, звонить, маска, капот, рассудный, благоразумный, рассудительный, толковый, тшимаче, держаться, тшимаче, керовница, руль, помощь. Ну что же, ребят, это были такие основные слова из данного текста. Давайте еще раз просмотрим данный диалог, чтобы вы могли закрепить больше фраз и слов из этого диалога, так как там очень много таких интересных оборотов, которые будут полезны в повседневной жизни. Итак, давайте приступим. Добрый. Czy zdaje pan sobie sprawę, z jaką szybkością pan jechał? Ага, ciekawe. 220 km на годину. A, niezły wynik. Nie wiedziałem, że ta fura tyle ciągnie. Będę musiał obejrzeć pana dokumenty. Prawo jazdy. Nie mam, kochany. Dopiero będę zdawał na prawko. Egzamin mam za 2 tygodnie, więc
Трохи чвіче. Що там я спишу? Хоч на то! Фазит права язди нема! Реєстраційний довод. Вдому заставим, щоби по піяку не згубить. А той самоху то вогле пана? Який номер реєстраційний ма? Забій, не вім. Номер у вас того самоходу не пам'ята? А що я до нього дзвоню? Висядач і рейте на маски! Чоловіку, бонч розсонний. Як я висяду, я ще ледво тримав на ногах. Керівниці не можу пустити. Висядач, чи мам чи помоц? Ренце опадає. Ну что же, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео, и если оно вам действительно понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы я видел, что эта тематика вам интересна и мог развивать ее дальше. Ну что же, всем спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Всем привет, друзья! Сегодня хочу порекомендовать вам один очень надежный сервис для денежных переводов с Украины в Польшу и наоборот, а также по всей Европе. Это TransferGo. В отличие от других обменников, которые берут большой процент от суммы перевода, TransferGo взимает лишь фиксированную комиссию в размере 9 злотых. И перевод длится менее 24 часов. Более того, по моей ссылке вы получаете первый перевод денег абсолютно бесплатно. А также получите в подарок 10 фунтов, что равняется примерно 360 гривен. Переводить деньги быстро, удобно и безопасно. Ссылка на сайт и детальное описание находятся под видео.